Торгуя на бирже, вы будете периодически слышать, что та или иная компания начала эмиссию ценных бумаг. Эмиссия – это регулируемая законом процедура выпуска ценных бумаг компании или государством и размещения их на бирже и их продажи. Самые известные эмиссионные ценные бумаги – это акции и облигации. Тот, кто производит эмиссию, называется эмитентом. Основной целью эмиссии чаще всего является привлечение денег. Если у эмитента уже есть ценные бумаги на бирже, то новая эмиссия может приводить к серьезному изменению их курса. А вот в положительную или в отрицательную сторону это уже будет зависеть от причин новой эмиссии, от состояния рынка, от настроения участников биржевой торговли. Удачных торгов!